Привет, друзья! Сегодня у нас вот такой замечательный набор для творчества Маши и Медведя. Да, есть красочки, кисточка. А это будет такой портрет, его потом можно повесить. Так что мы сейчас это все распакуем, посмотрим и, конечно, раскрасим. Такая прикольная кисточка. Еще красочки. Как мы видим, здесь коричневого цвета нет, так что мы его сами сделаем, смешивая несколько красок. Вот такой симпатичный Маша с Медведем. Давайте распакуем. Так. Ух ты, классно. Пим-пим-пим. Такая прикольная штучка. Видите, здесь есть дырочка. Потом повесим. Бим-бим-бим-бим. Так. Ну, вот и все. А это у нас, значит, вот такая. Мы оставим это для примера и будем раскрашивать. Ну что, начнем, друзья? Ну вот, друзья, мы открыли наш витраж. Здесь красочки, я предварительно все открыла. И так как у нас не было коричневого, в обыкновенной коробочке из-под линз я уже смешала три цвета. Здесь желтый, синий и красный. И мы добились вот такого коричневого цвета. Ну что, приступим? Давайте тогда начнем с бабочки. У нас будет прелестная бабочка. Так, сейчас мы это будем заполнять аккуратненько, чтобы было красиво, классно. Так. Крылышки. Красивенькие крылышки такие. Чудо-крылышки. Вытрем кисточку. Сделаем. Вот эту часть сделаем желтенькую. Туловище такое, бабочкино туловище. Ну, а эту часть мы наоборот сделаем. Давайте сделаем ее красной. Будет яркая бабочка. Так, давайте пока внесем это сюда. Аккуратненько, чтобы не смешать с другим цветом. Вот так. О, бабочка какая у нас уже вырисовывается. Давайте теперь раскрасим мишку. Раскрасим мишку в коричневый. Эти части ушей и брови мы потом сделаем чуть посветлей. Для этого добавим просто-напросто белого цвета сюда. И у нас получится светло-коричневый. Вот какой наш мишка. Мишка-мишка.
Вот, у нас как раз осталось чуть-чуть коричневого цвета. Добавим сейчас капельку белого. Так, перемешаем. И теперь таким. Давайте, может, еще чуть-чуть добавим. Вот. И теперь такой светло-коричневый сделаем ему внутри ушки. Вот, с Мишкой почти закончили. Давайте подраскрасим теперь ему желтенький. Так, желтенькая будет у него мордочка. Так, только я заметила, что мы пропустили вот эти вот части коричневого цвета. Так как мы сюда уже добавляли белый, мы сейчас обратно сделаем тоже коричневый. Добавим немного желтого. Красного. И синего. Смешаем. Сейчас посмотрим. Ну вот, получился опять коричневый. Сейчас мы заполним то, что у нас осталось. Делаем красным язычком. Делаем красный язычок. Ну а теперь приступим к Маше. Машечка, ты наша любимая. Так, давайте начнем с деталей, которые мелкие. Мы нарисуем ей зеленые глазки. Розовый ротик. Так, нарисуем ей ее сарафанчик. Так, здесь у нас будет беленький, рукавчики беленькие. Так, Машины волосы мы давайте сделаем светленькие, а потом добавим чуть-чуть коричненького. Вот так. Так, нам осталось сделать лицо и ручки. Так, для этого мы разбавим красный цвет. Возьмем немножко красненького. Так. И добавим белого. Ну вот, теперь можно приступать.
Вот как классно у нас получается. Вот, ух ты, да, прикольно. Сейчас мы придадим всему этому синий фон и закончим наше творчество. Ну вот, друзья, на этом мы и завершили. Сейчас мы все это оставим на пару часиков. Наша краска подсохнет. И у нас получится вот такой прекрасный витраж, который мы потом повесим на стеночку. Ну вот, ребятки, прошло 2 часа. Наша такая красивая картинка полностью высохла, ничего не клеится. И вот у нас такая получилась Маша и Медведь. Да? Вот у нас здесь есть дырочка, мы ее потом подвесим. Ну что, ребятки, спасибо вам большое, что смотрите наш канал. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Мы вам будем очень рады. Пока-пока!